Re, viss ēters ir te! Ближайшие выходные в Латвии ожидаются солнечными и ветреными. В ночь на 19 сентября без осадков. Температура воздуха понизится до плюс 5, плюс 10 градусов. Местами на побережье плюс 13. Ветер будет умеренный, западный, северо-западный. В субботу днем северо-западный ветер усилится. В порывах будет достигать местами 9-14 метров в секунду. Зато будет ясная солнечная погода. Температура воздуха по стране составит плюс 15. Плюс 19 градусов. В Риге северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду. Воздух в столице в субботу составит плюс 17. В воскресенье 20 августа солнечно-северо-западный ветер стихнет. Ночью плюс 6, плюс 12, днем плюс 14, плюс 17 и без осадков. Понедельник, в отличие от выходных, будет облачным, местами пасмурным и ветреным. Преимущественно без осадков, температура воздуха составит плюс 16, плюс 19 градусов.